Все, конец. Вот она, эмульсия. Антифриз пошел в масло. Спонсором сегодняшнего видео является европейская компания Смокреста. Ремонт двухмассовых маховиков всех видов в Петербурге. Ссылочки в описании. Итак, привет. Что мы сегодня снимаем? Да ничего. Сегодня просто я опять в Финляндии. И в дилерском центре Audi Volkswagen уже есть новый Q5. Хочу вам его показать, что он из себя выглядит вживую, так сказать. Вот он. Ну, какое-то отличие есть, но реально вы его в потоке, когда увидите, даже не поймете, что он новый. У него, кстати, ручки вот так вот по-новому открываются, как на Мерседесе. Обратили внимание? Ну, вот так вот выглядит салон вживую, в принципе. Пока не могу посмотреть. Машина в единственном экземпляре, еще даже в салон не поставили, только на тест-драйве. Не матричные фары, это комплектация, кстати, не очень богатая, обычная какая-то. Вот так он выглядит. То есть так появились вот такие ребра сейчас, в принципе, как на всех автомобилях. Как на Шкодах, вот это вот западлицо, которое мне лично вообще не нравится. Общее ребро, переходящее в ребро двери. В общем, будет в салоне, покажу вам. Нижний свес бампера, вот видите. Причем это имитация. Может быть, это пакет под какую-то более мощную версию. Тут-то турбодизель стоит, наверняка двухлитровый, самый простейший. Так, в общем, вот такая вот фигня. Посмотрел, тут заехал к одному известному тут товарищу, который восстанавливает, ну, скажем так, не старые тачки, а ретро-автомобили. Я к нему заехал. В его автопарке сейчас насчитывается порядка 45 сейчас старинных автомобилей. У него есть музей. И вообще, знаете, пришел к такому выводу, что мы будем делать Mercedes по-нормальному. То есть сегодня буквально мы созванивались, они уже освободили место в боксе для Мерседеса. Мы будем полностью его дербанить, снимать салон, снимать двигатель. Двигатель я заберу на реконструкцию. Не буду делать свап, двигатель останется прежний, но мы его полностью восстановим. Не по дешману, то есть разберем, задефектуем. Возможно, я поменяю поршневую группу на Калбеншмидт усиленную. Естественно, с установкой впрыска. Посчитаем, в какой бюджет это выйдет. Обнаружил, что на Мерседесе есть штатная система блокировки дифференциала. Автоматическая, офигеть, 89-й год. И она исправно работает. Я думаю, почему он так гребет, даже на льду. На паршивой резине. А в общем, дальше что? Двигателем будем перебирать в другом месте. Ну, буду делать сам, но мне будет парень мой, бывший коллега, помогать, который сейчас занимается конкретно моторами. У него есть оборудование нужное, собственно. Смотрите, при цене 100 тысяч этого Мерседеса, ну, на данный момент планируется вложить в него, я думаю, что порядка 300. Вот так вот. А что вообще вас ждет, ребят, с кузовной переделкой Мерседеса? Это будет не проектная реставрация, потому что, ну, вообще в планах у меня на этом автомобиле какое-то время поездить. Ну, в плане поездить для себя, то есть мне не важно, сколько у него уйдет денег. Понятно, что, вероятно всего, даже этих денег я не верну. Не знаю. Помните, в первом видео я говорил, что я планирую из него сделать кузов волчка. А стоит ли это делать вообще? Оставляйте в комментариях, может быть, голосуйте как-то за это. Можно, конечно, купить крылья от волка. Так как будет производиться ремонт задних арок, замена так называемых бубликов, ну, кто в кузовщине хоть немного понимает, поймет, о чем я. Поэтому пока еще не поздно что-то решить. Двигатель тоже будет делать, и что по срокам. Мы договорились с ребятам, так как это все-таки немалые деньги. Все это будет делаться под ключ с отсрочкой платежа.
Я им только на материал буду подкидывать средства, какие будут нужны. То же самое будет, ну, по мотору будет, конечно, все это намного быстрее, потому что, естественно, он будет в снятом состоянии. Все это быстрее делается, естественно. Почему решил скидывать мотор? Во-первых, качественней восстановим моторный отсек, чашки все эти и так далее. Проще двигатель крутить, перекручивать. Полное восстановление с учетом внутренних полостей. Я уже там самостоятельно полазил, посмотрел, так прикинул. То есть ребята будут делать все. И по цвету, наверное, буду скидывать в группе ВКонтакте, может быть, предложение, какие варианты цветов планируется. Посмотрел разные цвета, какие были у Мерса родные, там серебристые, он же у меня двухцветный, серебристые были, потом красные, там черные, то есть черный, если честно, отпал однозначно. Золотистый тоже не особо хочется оставлять, вот, да и смысла не вижу. Поэтому будем выбирать какой-то более интересный цвет, чтобы это гармонировало с его с двухцветным обвесом. И увидите, что, собственно, из этого получится. Ну что, предыдущие все серии мы занимались демагогией. Сейчас мы завели Мерс своим ходом и едем в кузовню. Все, хватит. Он, кстати, стоял неделю. Абсолютно спокойно завелся. Ждать, пока он прогреется, мы не будем, так как сами вы видели, что у нас перегрев. Вот, поэтому сейчас мы быстренько... У нас уже обороты достаточно стабилизировались, и мы можем двигаться в сторону сервиса. Ну что, мы добрались своим ходом. Практически даже не перегревались. Ну, то есть, где-то 100-110 градусов было. Сейчас позову. Будет нам Илюха делать наш автомобиль. Сейчас мы его позовем, пообщаемся. И придем к выводу, что и к чему. Слушай, ну будем менять. Это я, скорее всего, новую все куплю. Вот хочу вашего совета, что мы будем делать с бампером. Покупаем новый или можно восстановить? Вот. Его снизу там. Снизу там только, смотри, Илюх, выломано там какой-то. Там, кстати, даже крюк выломали. Этот буксировочный от лонжерона оторвали. Видать, хорошо тягали его где-то. Ну, я по низам-то его посмотрел, вроде так как бы особо... Ну фиг знает, на ваш взгляд еще может 10 раз все поменять. Ну это единственная просьба будет, если есть возможность, раз это такая долгая реставрация, мы его разберем полностью, салон. Салон забрать? Да, забрать салон, чтобы не, он вообще не вопрос, я на автобусе не, приеду. Да, чтобы он не пылился и перед сборочкой, например, да. Чтобы его там... Не, это даже лучше будет, да. Потому что я его отдам там тетенькам, они его подреставрируют. Да, чтобы уже так вот, да. Совсем-совсем дерево это все было. Заберу, чтобы у вас тут лишнего места не занимал. Потому что вот. Все равно кузовня, или отварят, какая-нибудь окалина попадет, пленочками накрывать. Думаешь, как доставать? Кого? Мотор? Нет. Нет? Думает, наверное, что стаканом делать. Стаканом? Ну, это уже на ваше усмотрение. Ну, я думаю, достанем мотор. Тут, наверное, вы попросить. Увидите, что стаканом делать, только когда крыло снимете. Да? И мотор. И бочки решительно. Да, да. Так, что, так-то все понятно? По цвету уже нужно будет... Ну, по цвету там уже ближе к телу, как говорится. Вообще, по классике, конечно, они красятся в два цвета, и низ у них матовый, насколько я знаю. Это вот их классика. Ну, кроме черного. Разбираешь его? Да, сегодня. Да? Ну, я думаю, сегодня мы его загоним. Сегодня, не знаю, время дойдет, не дойдет. Ну, возможно, начнем уже раскидывать. То есть на следующей неделе, да, надо будет уже все забрать. На следующей неделе, да, будем планировать доставать мотор. Мы с рогаткой договорились. Ну, хотя, если капот снять, то, в принципе, можно будет вытащить его. Так у него сервисный режим есть вот такой у Мерса. Там, да, как да. Вообще не проблема. Вот такой, прямо вообще. На реставрацию мы, ну, другой совсем материал берем. Более устойчивые к ржавчине, более такие серьезные. То есть на такую свежую машину не имеет смысла там дорогущий именно протравной грунт брать. То есть она и так оцинкованная, то на эти, да, там берется совсем другой материал. И будем уже начинать потихонечку колбасить.
Так, ну что, друзья, Мерс заехал в Custom Zone. Вот, ребята занимаются восстановлением различных автомобилей. Различных, разных. Мы оставляем Мерс, ну и скоро придем на предварительные итоги.